Так, зашел. Пока все правильно. Как он чувствует траекторию? Смотрите. Идет, 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 идет. Красавчик. Это вообще шок. Хорош? Газу, газу, газу! Блин, это просто фантастика. Это просто капец. Должен. Придерживай. Ой, блин, он совсем раздевается. Убегай, Яна, убегай. Давай, с вами. Все, уехали люди. Да? Голова не хочет? Нормально тут. Михалыч рулит. Макс, помнишь, мы были там, где звук мотора, пока не купили это. А что ты делаешь? Стартер чинишь? Я уже поменял. Поменял стартер? Да. Уже? Ну да. А мы взяли с собой запчасти сегодня на оффроуд, как на кругосветку, если бы шли, эти же запчасти были бы с нами. Ну потому что у вас гараж. Не-не, Макс вчера гараж купил. Автомобили. Автомобили, да. Новые провода стрелки. Ты знаешь, Макс, гастролирующий Руслан, цирк, так вот он гастролирующий запрос. А ну попробуй. Как заводится? Только она нейтральная. Сейчас, стоп. Даже на лыце можно. Только надо этот самый, надо клемму одеть. Могу. Я знаю, где клемма. Одеваю клемму. Заводить? Да давай, я хочу ехать уже. Мы догоним их или нет, Макс? Подожди, я вас сфоткаю. Это. Так, вот смотри, тут в аккумуляторе была вот клемма и вот клемма. Ну, шо, так у всех. А это, ну тут такой нету. Давай без а ну попробуй. А что, это земля? Попробуй. Я не знаю, зеленый. Земля, попробуй, говорит. Что-то не хватает. Ух, как маслает. Что-то он понял, не возвращается, маслает все время, да, когда... Да, 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 все, разобрались. Не туда. Макс разобрался. Скинь этот самый, скинь клемму. Клемму скинь. Да это ладно. Скинь, скинь. Да не хочу. Скинь, скинь, скинь. Так интересно, да? Да. Блин, раньше, слышишь, мы там, где звук моторов были. Ну так все уже. Ты уже, Руслан, не тот. Радио включилось или что это? Да, радио оффроуд. Рация. А. Звук можешь там снимать, его полное присутствие будет, Русик. Означает. Работает. Где? Вот это что-то. Не знаю, это лишнее. А? Это Макса. Отлично, 80 шел. 80 шел, 80. Это машина времени, ты садишься и сразу минус 50 лет. Да, да. Да я еще не родился. Я еще не родился, когда. Смотрите, новый ремень, новые провода. Трамблер отжат тоже у одного. Все, забирайте, я поехал. Тут провод на массу не коротит? Макс, на массу не коротит вот этот, что висит? Попробуй, там плюса нету на нем. Ага, есть. Надо заизолировать его. Куда же на плюс его повесить? Что, смотри, он куда-то берет плюс. Что он там делает? Что там включает? Светятся лампочки. Это зажигание, Макс. Макс, это зажигание. Да, туда. Между этими, между клиенками. Разожми их. Это зажигание. Не надо, так выключены зажигания. Его заизолировать надо просто. Его заизолировать, да. Нашел изоленту. Да, да. Тихо, ребенок спит. Нужно снимать это? Да, да, это обязательно. Все. Хватит один. Спасибо. Я могу на крышу быть, меня все равно. Нашел изоленту. А ну, проскочу. Спасибо. Макс, где ты? Макс! Макс! Макс, где ты? Вернись! На, изоленту нашел!
Смотри изоленту нашу. Ух ты. Как я? Девочек спросил, говорю, есть изолента, ага. Есть ли лейкопласты? Ты прикинь? Тоже неплохо. Ну подойдет. Сейчас ранку прилечим, да? Подлечим, да, сейчас. То плюсовой какой-то дополнительный, да, получается? Или их два просто на старом стартере, да? Да, наверное. Надо руки, чтобы высохли, или нет? Ну, надо. Может, ты сюда? Суши руки. Суши на солнце, поставь руки. Руки вытяни на солнце. Посмотри, что делает. Стряхни хоть их. Смотрите, лечит. Так, ну, оффроуд уже начался, мы чуть-чуть опоздали. Так, Миша, а что, ты починил все? А что случилось? Новая машина. Карбюратор разобрал. Так надо инжектор ставить. Тухнуть надо. Подвигатель может. Инжектор? Что, идем? Идем пешком, короче. Или догонишь нас? Так что, надо же собрать. Пошли оффроуд посмотрим. Что случилось-то? Начал уже на газ давать, он начал тухнуть просто. Похож на фильтр. Так, Макс говорит, сейчас все вот починим. Ты, короче, долетел нормально сюда, да? Вообще без единой этой. 70-60. Температуру надо помыть. Ты там 90 шел. Ну, там 80 было у меня по спидометру. А у меня 90. 90 у тебя было? Я думаю, нифига себе. Я же думаю, проверю. Вот так, да? А теперь дунь туда в него. Если течет. А ну, не, отдай. Ну, скажем так, нагрузка есть, но плунжерный должен продавливать. Ну, нагрузка уже есть, то есть он уже не новый. Он не новый. Жабы нас зовут в болото. Запуск идет через низ. Покачай, может, впрыснуть надо. Тут тоже. Починили. Все нормально. Все, Андрюха, починили, сейчас. Какой-то толстый. В горбуне. Ну ничего, это лучше, чем никакой. А? Это 140, это 114. Пойдет. Ты прикинь, запорожца есть ремень, на Ленин болит. Да есть, только его не знаю, только где. 14. 12 тысяч. А, 1250. Не, ширина. Нет, так у него оденется. Длинный. Ну, 1130. А генератор где-то до конца затянут. Угу. Так ты же сказал, меньше надо. Вот есть меньше. Не, а то сильно маленький. Так, друзья, что будем пробовать ехать на оффроуд. Что, поехали? Или рано еще? Да. А что за план? Что он задумал? А, встречка. Так, тут новый пилот. Нормально готов. Пилот получил боевое крыш. Вон туда можно. Да. Что, поехали? Миша, что, едем на шишиге? А нет, сейчас я заведусь, да поеду. Да? Ну давай. Я в тебя верю. Тут даже сомнений нет. Сейчас пилот новый тебя заведет. Сумбурная у нас какая-то движуха. Классно мотор в шишиге работает. Воу! Хорош! Ты что, один сегодня в КПЗ? Да. В КПЗ один человек сегодня. Такой день неурожайный. Да, поехали. Сейчас, подожди. Ого, ни хрена себе, что тут творится сегодня. Не, ну вообще шикарная весна и начало лета. В это время уже, в этом году все как-то по-другому, короче. Вода высокая, посмотрите, сколько воды опять, поднялся уровень. Ох ты ж, ёханый бабай. Шишига.
ходит. Так, ждем Запорожец. Тут пилот опытный. Дорогу знает. Видели, что делает? Колеса просто в воздухе. Поехали, Макс! Да тут жесть вообще. Подожди, я пройду. Едь первый, дорогу протопчи. Так а шо? Сейчас я стопудово проедет, да если честно, назад подтянет. Ё-моё, тут сегодня, конечно, просто жесть полная. Я в хорошем костюме сегодня, в таком безопасном, что нечего мне бояться вообще. Тут, конечно, ил такой уже, и ступеньки на выходе, посмотрите, что творится тут. Понамывали, поподмывали, уже буксовали. Вот мелко. Не-не, Макс, Макс, вот оттуда от тебя заходит, вот так. Так, зашел. Пока все правильно. Как он чувствует траекторию? Смотрите. Идет, 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 красавчик. Это вообще шок. Хорош? Газу, газу, газу! Блин, это просто фантастика. Это просто капец. Должен. Так, ГАЗ-66, Макс оправдывает название своего канала, что свадебная кукла. Миша еще борется. Ёханый бабай, там в КПЗ человек свежепоступивший. Та забрасывает он, чтобы не заглох, держи, чтобы не заглох. Говорит, как в сраку меня пихают. Не-не, там фонари, не надо, подожди. Давай как-то объехать, может справа попробуете. Да нет, там она сидит уже. Ну уже все. Блин, раскатали. Если вы отсюда... Так, что возле самого Запорожца сможете проехать, то вы выйдете, если вы раньше, вот что там глубоко. Слышишь, может слева попробовать ходом? Ну да, да, да. Слева ходом может. Попробуйте туда прыгнуть. Так не, вот сюда едьте, вот сюда, вон между деревьями, вот тут есть проезд. Там, блин, там я не знаю, а вы есть? Давай вправо, да, давай, давай туда влево тогда. Не, ну глубоко, если ты вот сейчас вы прыгнете туда. Если вы возле самого Запорожца, то вы выскочите. Ну да, если возле Запорожца, то шансы есть. Так, смена пилота идет. Макс, ты как свадебная кукла, я переживаю за тебя реально. Я чуть не выпал. Так я подозреваю, блин. Да только ты можешь такое исполнять. Иди в КПЗ, может. Так, тебе туда не будет видно оффроуд. Так, пилот более подготовленный, место сложное. Ё-моё. А ну давай, если сюда. Не-не, фонари разобьет. Куда? Помнет все. Не надо, не надо. Давай влево туда уходи и подтянешь его, да и все. Четко работает, поддымливает. Идет, нормально, давай, давай, давай. Газу теперь прямо. Блин, чуть не проехал. Надо было по прямой. Назад! Назад выезжай полностью! Все. Вперед сидит. Thank you.
Впереди там дерево есть. Пробивает вроде. Сейчас надо спереди посмотреть, что там происходит. Влево руль! Влево руль и пробуй вперед! Назад по максимуму, назад и влево руль и вперед! Запорожец не просто так застрял, друзья, это... Это вам не шутка. Влево, 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 блин, направо. Копает зря яму такую. Чуть-чуть назад. Хорош! Хорош! Красота! Ай, монстр! Это шок вообще, просто красавчик. Сейчас вытащит Запорожец и поедем. Подъезжай! В Тойоте надо за Запорожцем ехать. Еще метр. Опа! Заводись. Сейчас воду выбрызгает. Красиво, двойной выхлоп. Тойотка. Тут для нее не сложно. Так, следы оффроуда. Нас подождите. Димон, где ты? Стой! Погнали, они отрываются от нас. Глянь, штурман как залазит там. Он же пилот. Блин, пытаются оторваться, ты видел? Вообще беспредельщики какие-то. А, ты стекло вытер, да? Класс. А тут все или что? Блин, ну четко проехал, конечно. А я сам в шоке, типа, что инвалидов. Все тут. А лучше, наверное, что? Толкнем руками тут ровно. Недалеко вы без меня уехали. А, уже вернулись, да? А, это на обратном пути я вас застал? Где? Уже на тебя полицию вызывают. Вон полицию на тебя вызывают. Вот видишь, кучерявый стоит. Что хочет? Хочет, чтобы главного спрашивает. О, главный приехал, ё-моё! Что, что, Андрюха? Ничего, снимают. Все занимаются. Да. А кто вы? Я? Гражданин Украины. О, класс. Дмитрий Кириленко. Отлично. Все? Да, да, все. Дмитрий просто, да, фамилию не надо. Колесо, вино, ВДХ. У вас какой красивый внутри, на БТРовских. Руслан, а. Поел? Да, да, я поел, блин. А зефирки ел? Зефирки, конечно, я первый. Какой ел? Жрал он их за обе щеки, да? Да, да, все съел. Так есть чем взорвать в лагере, можно взять пойти. Так кто знал, что тут такое? А что это? Моршинская, да, последняя модель? Да. Моршинская хорошая. Пошла, пошла. Обратно.
там. Как приезжайте. Я и говорил, что надо бросать. Короче, давайте бензин. Нет. Человек только заряженный на эмоции, заряженный, приехал. Не-не-не, это делать. Конечно, если есть охрана, это финансируется, она финансируется очень плохо, я понимаю. Не, ну чувак здесь живет. Он здесь живет. Вот. Ему не нравится, что гуляет. Ему не нравится, что здесь есть. Природ... Не, Бодя, вот дырка здесь. Давайте, не понем, куда бензин. Да, я же говорю, бензик. Павло включился в работу, сейчас. Павло, ну рано ушел. Отойди. Дима, отойди. Да не, это не взрывается. Надо этого, растворителя. Бодя, экстремал. Паша, снимай, Паша, сейчас будет экшен. Сейчас Бодя с горящей бензопилой будет бежать в камыши. Подожди. Да нет, сигареты не загораются. Димон, сигарету хоть выкинь. Да не суй туда. Куда ты пилу сломаешь? Ты что, ты забьешь жиклеры сейчас. Вот вы, блядь, странные. Павло, давай я подержу камеру, иди. Да сейчас будет гореть колесо сверху, а не внутри. Чекай. Да Тим, подожди, что ты делаешь, а компрессор где? Да. Компрессор присоедини, да, подожди. Да потом, давай. Нам нужен экшен, давай, бензин высохнет. Да, ну да. Ну, ну, надо, а компрессор где, блядь? Стукни. Да переверни его. Переверни. Ок. А компрессор подсоединить надо, и потом это сделать. Да можно. Не, ну экшен почти был, блин. Слышишь, тут специалист говорит, мало налили. Сейчас. Вы в Дымере уже видели, как наливают. Дай, бля, давай, давай. Паша, ты тоже там был. Сказать ему, пусть постоит чуть-чуть, уже должен быть. Паша, ты тоже в Дымере был. Павло, давай, Павло, у тебя рука. Отходи, отходи, мужик. Был в Дымере он. Тихо, отошли, отец, Павло лично делает все. Прячьтесь, пацаны. Больше. Подожди. Отдай ему испариться. Не успели, блин. А то что испарилось? Как вы его накачивать? Передячим паром собрали? Да что ж такое? Слышь, такое нельзя видео и выкладывать. Скажут, что за лошары колеса накачать не могут. А ну когда хлопнет, потом уже накачивать. Ничего. Ну потом ты пока подсоединишь, оно обратно сядет. Ну вы. О, давай, наливай. Один делать. Надо налить. Вот Паша, вот Паша. Блин, тут кино намного интереснее, я вам скажу. Давайте его поставим. Смотри, смотри. Слышь, Донбасс рассказывает, какой у него большой Донбасс. Классный Цыяна, да? Донбасс порожняк не гонит. Ты хоть штаны одень, елки-палки, что ты рассказываешь? Так же все видно, блин. Подливоняло, братан! А! Офигеть! Так вроде же неделю назад мы консерву открывали. Тоже на той неделе воняло, на этой нормальная еда. Так, сейчас, тут попытка номер 44. Ёлки, падает уже парень. Яна, не... придерживай его, видишь, он плохо ему уже. Придерживай. Ой, блин, он совсем раздевается. Убегай, Яна, убегай! Когда скажете? Тихо, Павло лично работает. Тихо, отходи, Павло, Павло работает, отходи. Павло, мы верим в тебя. Перекрестим. Так надо снаружи, что вы? Так, Павло. Залили. Подожди. Да успокойся, блядь, со своей палкой. С палкой уйди. Да разожжешь. Ёханы баба. Тут целая технология. В лагере назад скатать, бородач сказал, надо. Нет, подожди. Включи компрессор, ёпта. Компрессор там включен. Не горит. Ну, я же вам сказал, что палка не горит. ВТшка где? Ёлки-палки. Какая-то несогласованность. Что-то не то. Да, нет.
Бензин 66-й, наверное. Даже в одном месте взрыва хватит, чтобы все колесо... Да разоприте колесо, ручка! Давай вылезать, да! Давай, голопузый, покажи, как надо, блин. Ёханы бабай! Получилось, Павло, молодец! Павло лучше, я пока отвлекся на голопузенка Александра. Качай, качай, Саня. Дай золотник, дай золотник. Благословил Павло меня. Будет стоять еще минут 10. Да какие 10? До четверга, до 3 часов. До дому, говорит. Забро, достань волосатый забро, отходи от него. Яна, убегай, я тебя прошу, Яна. Ради тебя чистого. Смотри, через одну. Елки, бой. Подожди. Депиляцию. Депиляцию начинает делать. Давай я покажу, как депиляцию делать. Дай зажигалку. Давай. Допивай, я потом. Еще давай. Копченого. Копченого. Я тебя сожгу. Он у тебя телефон выпал, по-моему, в траву. Телефон чей? Спасибо. Ой, смотри, машина проехала. Хорошо как. Так что, она не спускается? Проверили? Заправили. Какая-то старая модель у тебя, да? Угу. А какой стороной? Посмотрим. Один колесо. Лайк, подписка, все нормально. Михаил, дайте я его прикручу хотя бы. Глянь, они рядом стоят, как сиамские близнецы, не отходят друг от друга. Ты видишь? А ну, о, блин, красавцы вообще. Слышь, а вот этот с желтой веревкой на шее, кто это? Я могу, а ты можешь? Давай, давай, Владик. На бабу чисто рубимся. Да подожди, Вилли, ломай картину. Ты что, какие конкурсы? Нафиг нам тот оффроуд, давай конкурсы. Саня, что-то ты между первой и второй короткой жизнью у тебя была, оказывается. Это мой стакан. Ты же на джете. Я у Вики наберу. А кто за рулем джета, брат? Мне ты наливаешь? Нет. Так я же на Запорожце домой еду. Ну, едешь. Вайту передай. На. Блин, что такое? Пей на здоровье. А, ты? Давай. Я в завязке. А этот ментал. А, подержи. Хоть водички глоточек попить. Блин, наконец-то наступило лето, давай, спасибо. Давай ему воды будем больше лить. Яна, а где такие сапоги продают? Со стразами. На Троещине, да? Это она сама поклеит. Так, аппарат завелся. Запах бензина устойчивый. Ну, работает классно. Михалыч за рулем. Пашка! Аппарат шикарный. Да не очкуй, тебя не заберут. Поехали. И меня возьмите, Димон. Димон, возьмите меня. Да? На БТРовских? Да там занято, наверное. Смотри, даже ручки такие, как у меня были. Да? Ностальгия, а? Да, я пойду, я с улицы вас покажу. Так, друзья, Дмитрий приходил, говорит, тут ездить нельзя, дорога плохая, еще застрянете. Но Михалыч сказал, Дмитрий, иди в камыши. И мы идем тоже искать дорогу. Не, ну места классные, вода поднялась. Сейчас тут тенечки, будем их встречать. Вон наша банда. Просто бомба, конечно. Не, что-то Михалыч включил заднюю. Я думал, поедем вперед, но...